Всем привет, с вами Ванок, и сегодня мы будем знакомиться с игрой под названием The Universum. Что это за зверь такой, что за проект такой? На самом деле, эту игру можно отнести к довольно интересному жанру, симулятору богу. Не то чтобы он был на самом деле совсем редким, но, конечно, совсем уж массовым он не является, и по сути является в некотором смысле таким гетто, то есть очень узкоспециализированным направлением, которое нравится определенным игрокам, направление, которое нравится определенным разработчикам, и поэтому повсеместно, конечно, такие игры не встречаются. Мы можем на самом деле много вспомнить таких проектов, в том числе Крест, который относительно недавно на моем канале появлялся, или же, например, Black and White. Ну или же, например, можно вспомнить творение Питера Мулиньо под названием Спор. Я думаю, что, наверное, в первую очередь, конечно же, все Спор вспомнят, потому что именно эта игра чем-то даже похожа на нашего сегодняшнего пациента. В общем, мы здесь будем выполнять роль местного башка, который будет помогать развиваться небольшой планете, если быть даже точнее, не самой планете, а населению этой планеты. И, соответственно, давайте, наверное, мы уже приступим, чтобы вас долго не томить. Проект, я бы сказал, довольно специфичный проект. Опять же, забегая, наверное, даже вперед, скажу, честно говоря, мне не очень понравился. То есть, да, необычный, да, со своей изюминкой, но как-то что-то не дотягивает. То есть, вот как раз тот случай, когда концепция интересна, а на выходе получается очень специфичное зрелище, которое на самом деле, наверное, еще будет дорабатываться, потому что это альфа-версия, и будут выходить новые обновления, которые будут эту игрушку до ума доводить, и, может быть, она в итоге выберется из раннего доступа. Ну, мы знаем, какой может быть ранний доступ, он может быть очень-очень необычным, то есть протекать как по стандартной схеме, то есть патч, вот бац, релиз. А может, знаете, вот зациклится он, и мы его вообще никак не увидим. Тут, кстати, надо отметить, что игрушка очень коряво грузится. Вот, долго грузится, плюс с притормаживанием, может быть, было смысл ее поместить на даже SSD-шник, тогда, может, побыстрее было. Ну, заставку мы смотреть не будем, она здесь довольно нудная, благо ее можно пропустить. Итак, вот у нас есть наша планета. Планета не сильно большая, то есть, видите, шарик-то не очень большой. Здесь есть несколько зон, здесь ведь есть какие-то ледники, есть леса, есть пустыни, есть озеро даже тут какое-то. Воды здесь, правда, не так уж и много. Наша первая задача — это разместить некую стартовую зону для наших поселенцев, где они будут начинать. Лучше, конечно же, всего начинать там, где будет у них побольше ресурсов, там, где будет возможность им и порыбачить, и порубить лес. Вот я думаю, что вот я уже, в принципе, видел это место. Тут, конечно, строить зато меньше места, вот в чем проблема, да? Тут нужно еще, чтобы было место для строительства, поэтому, может быть, даже, вот, наверное, лучше вот сюда я перенесусь. Вот даже можно... Вот, нашел я отличное место. Помню, отсюда и начинал. Вот тут, по-моему, идеальный старт. И камушки есть, и деревья в определенных количествах. И, в принципе, наши поселенцы тут вполне себе будут себя нормально чувствовать. Так что ставим сюда нашу базовую построечку. Это специально типа а-ля алтарь. Центр нашего поселения, который, вокруг которого будет дальше уже строить все остальное. И получаем мы двух сразу очень странных товарищей. Как сказать, это... как в детских загадках, да, ручки-ножки. Ну, такие вот они, так сказать, страшники, а жить-то хочется. Здесь, кстати говоря, такое чаще управление очень удачное. Я, допустим, всегда хочу камеру управлять через нажатие центральной кнопки мыши, то бишь скролла. Ну, это обычно во всех играх так происходит. А здесь нажатие скролла приводит к появлению вот такого вот меню всяких спецспособностей, их тут довольно много, но о них, наверное, мы чуть попозже, потому что нам будут сейчас про них рассказывать, как вообще чем заниматься и все такое в этом духе. Наша задача сейчас пойти мини-туториал и разобраться в азах этой игры. В принципе, на самом деле, сразу надо отметить следующее, что наши поселенцы в целом живут жизнью более-менее самостоятельной. То есть они самостоятельно строят себе какие-то дома, самостоятельно собирают ресурсы, не нужно их тыкать прямо вот, чтобы совсем уж они прям только по вашей воле действовали. Нет, они что хотят, то по сути то и делают. И мало того, по сути мы даже не можем ими управлять. То есть мы можем посмотреть всякие статистику, то есть потребности, но при этом удовлетворить эти потребности напрямую мы не можем.
Мы можем лишь содействовать им в их деятельности, содействовать именно в том, что они будут из каких-то совсем важных построек строить, какие действия, соответственно, они будут выполнять в глобальном плане. То есть мы можем, допустим, их заставить друг друга влюбиться. То есть вот такой в этаком побывать роль Амура или Купидона, на самом деле, неважно. Или, допустим, мы можем использовать телекинез, перетаскивать им какие-то ресурсы. Но тоже надо будет действовать аккуратно. Мало того, здесь вот перетаскивание ресурсов сделано довольно кривовато. Допустим, в Black and White, я помню, там гораздо было интереснее использовать именно перетаскивание. Мало того, здесь у нас есть очки ограниченные. Вот видите, допустим, у нас сейчас 26 очков наших очков божественных, и, соответственно, если эти очки заканчиваются, нужно будет ждать, они, то есть, не, конечно же, восстанавливаются, но скорость восстановления, оно будет зависеть от того, что у нас построено, как к нам хорошо относятся люди. Кстати, видите, тут даже какой-то медведь ходит. Но тут вроде фауна не агрессивна по отношению к людям. По крайней мере, пока что, видите, тут даже какой-то ходит. Наша первая задача — это, соответственно, помочь им нарожать потомство. Сразу готовьтесь, здесь будет, по крайней мере, на первой стадии вполне себе такой инцестик. Потому что будет у нас потомство первой волны, оно с друг другом будет сообщаться, скажем так, потому что просто банально у нас больше не с кем. Поэтому жмем Ctrl, выбираем одного товарища и выбираем второго товарища, и они связываются узами любви. Опять же, надо заметить, что пары вроде как и друг с другом могут и без нашего участия сходиться, и в том числе и детей делать, но это ускоряет просто процесс. И вот, соответственно, пошла Лубумба, Тумба-Юмба, Шпили-Вили, Чпоки-Токи и прочие-прочие действия, соответствующая тряска. Причем там иногда комментатор, которого вы сейчас на заднем фоне слышите, он начинает шутить, дескать, да тут ничего особенного не происходит, здесь типа мебель двигают. Ну, такая пуританская игрушка вот с такими вот при этом не сильные навороченными графическими изысками, с довольно примитивным геймплеем, ну, скажем так, не совсем прям примитивным, но все же здесь я ничего такого особенного, прям капитального не вижу. По крайней мере, пока что. Здесь развитие идет по принципу, знаете, вам постоянно открывается новый контент, и вот этот контент, который он открывается, он, по сути, скажем так, очень быстро так проскакивает, как раз спор был. Главная проблема спора, что там каждая отдельная стадия, она как бы сам по себе была не особо интересной. То есть ты вот-вот начал какой-то фан получать от того, что ты микробом бегаешь, других микробов жрешь, а тут бац, все закончилось, больше геймплея нет. И то есть вот эти чух-чух-чух-чух-чух пролетело, и как бы вот игрушка и закончилась. То есть примерно так же можно охарактеризовать и нашего сегодняшнего пациента. Ну, здесь, конечно, чуть побольше. Здесь больше все-таки идет и именно на развитие такое, людское. Поэтому здесь все-таки в части людей больше развития получается, у нас больше геймплея. Итак, у нас здесь теперь предлагают начать исследовать технологии. Здесь есть, соответственно, у нас, видите, базовые какие-то, огонь, там, колесо водяное, колодец. И потом, после того, как мы их выставили в очереди, у нас будет открываться со временем следующий. Допустим, мы можем там уже примитив кукинг или, допустим, рыбалку поставить в очередь. После этого можно забить, потому что они будут изучаться автоматически, даже не знаю, кто их изучает. Так или иначе, это происходит автоматически. Ну, я не отметил еще одну деталь, это то, что у нас родились дети. Причем детей сейчас, по-моему, нам предложат детей переименовать. Right, ну, это не сильно большая проблема для нас. Ну ладно, это совсем будет издевательство. Это будет у нас А, а ты у нас будешь Б. Ну, я бы, конечно, на нормальной игре чуть поинтереснее придумал. Но они на самом деле сами интересные имена дали. Там палка, камень и прочее. То есть не сильно заморачивались. Но я вообще так это, А, Б. Вот, тут главный квест выполнять, чтобы дальше сюжет шел. Вот, то есть, после того, как у нас будет сейчас пройдет исследование, кстати говоря, можно ускорить этот процесс, чтобы побыстрее шло, у нас открывается здание. Видите, допустим, огонь у нас открылся. Мы можем тут начать потихонечку строить. То есть, допустим, у нас, видите, есть несколько закладок, пока что все заблокированы, но, допустим, мы можем построить архив. Архив позволяет сохраняться, то есть это довольно интересная вещь. Так, крутить здесь на куе, да. Вот, тут еще в чем проблема, тут строительство немножко кривовато сделано, то есть обычно мы как привыкли в играх таких, типа сначала ты там какую-то дорогу построишь,
Вот, все это... Это скролл юзаю. Вот. Потом к этим дорогам привязываешь здания. Здесь как-то нет дорог, и здания как-то очень странно, скажем так, границы свои распространяют. То есть здесь что-то построил, здесь уже ничего, по сути, по-моему, даже не построишь. То есть эта зона будет заблокирована. Здесь как-то не очень удобно это все сделано. Ну, в общем, вы уже поняли, что эта игрушка звезд с неба не хватает. Не очень мне она нравится, но. Если бы совсем, конечно, была отвратительной, я бы, может, даже не стал бы ее снимать. Хотя периодически у меня появляются такие игры на моем канале, когда вот именно задел идет именно на то, чтобы вам показать совсем какой-то трешачок. Но это не трешачок, это просто игрушка такая, знаете, необычная, специфичная, с некоторыми интересностями, но в целом это все-таки игрушка, которая, ну, просто банально, мне кажется, не совсем затягивает. По крайней мере, мне пока что не затягивает. Тут, видите, всякие еще есть детали, но статус воды, и, причем даже это касается не просто нашего поселения, но еще и в том числе и планеты в целом. То есть, допустим, видите, у нас здесь есть общее количество нефти на планете, общее количество газа на планете, они будут тратиться. То есть, даже вот видите, уровень кислорода у нас имеется. То есть, когда у нас будет уже индустриальная эпоха, когда мы будем загрязнять окружающую среду, видимо, будет это все дело у нас... чувствует себя не лучшим образом наша планета и ухудшаться. Соответственно, мы построили архив. Сюда можно посадить какой-то товарищ. Ну, например, пусть у нас тут занимается Элла. И, соответственно, после этого мы можем, видите, после как дадим сохранение, дает нам возможность просто отсейвиться в этом месте. Это довольно оригинальное решение. Вот одно из немногих оригинальных, на самом деле. Вот. И теперь, соответственно, у нас тут уже подрастает потомство. В принципе, можем ускорить процесс нашего племени размножения. И можем, так сказать, им намекнуть, что пора бы еще раз тумбоюмбу нам бы тут организовать, чтобы еще потомство. Тем более, у нас тут два человека есть уже. Можно еще одного третьего заделать. Ну, я имею в виду два ребенка. Причем тут уже, видите, ребенок почти вырос, уже с бородой бегает. То есть, можно сказать, почти взрослый. Сейчас они вырастут и уже будут... Что-то я все-таки какие-то подсказки у меня появляются непонятные. Сейчас уже можно будет им самостоятельную жизнь организовывать. Они там свою хату построят, у нас дальше обучение пойдет. Ну, я думаю, что я вот так сейчас быстренько пробежимся по стартовым позициям. Вот. Плюс что-то у нас, по-моему, там разанлочилось в плане... По-моему, строительство. Хотя могу и ошибаться. Нет, еще... А, колодец, да, у нас... Колодец довольно полезная вещь. Тут, правда, у нас вода рядом. Вот, но я не уверен, что они могут и пользоваться, поэтому я, наверное, все-таки его построю. Нет, вот тут. Пусть они в любом случае его используют. Хуже не будет. Данная особенность данной игры вот в начале, то, что здесь не нужно заниматься вот судорожно, строить фермы, еще что-то. То есть, в принципе, вот тут рядом есть кусты, эти кусты, они очень, в принципе, нормально объедают, то есть пока что это не проблема. В дальнейшем, наверное, будет сложнее, то есть нужно будет заниматься охотой, возделыванием каких-то там ресурсов и так далее, но все потом. Пока что же, вот, все не ту кнопку жму. У нас совершенно примитивный строй общественный, ну, правда, строят они, видите, все равно молотками, все равно есть какие-то строительные леса, но это, по делу, условность. Вот, им тут, видите, понадобился камень, соответственно, за камнем побежали собирать. То есть, видите, все автоматом делаются, ненужненькие производственные цепочки назначать, все гораздо-гораздо проще, чем во многих других играх, где вот присутствуют тоже вот такие строительные какие-то нюансы и прочее-прочее-прочее. О, у нас тут сразу и колодец уже построили. Вот, ну, колодец, конечно, простенький совершенно, просто яма в земле, еще рядом почему-то кости валяются, непонятно. Вот, плюс у нас сейчас тут можно будет кухню построить. Ну, это мы тут зададим в следующей цепочке. Они, правда, будут уже медленнее гораздо, потому что там уже более они продвинуты. Ну и можем, например, сейчас построить кухню, если я ничего не путаю. У нас тут еще почему-то water pump построился. Но я не знаю, зачем мне нужна water pump, поэтому я пока не запариваюсь на ней. И, соответственно, строим сюда кухню. Ресурсы, опять же, они сами насобирают, плюс там, мне сейчас кажется, они как предложат... Ага, кстати говоря, А и Б у нас уже автоматически, видите, даже не пришлось их вместе сводить, они автоматом уже... Пофиг, что они родители, тогда тем, такими, мне кажется, в таких моментах особенно не запаривались. Да я, на самом деле, не буду запариваться. Итак... Нам теперь предлагают помочь им достроить ихнюю хату первую, которую, точнее не первую, а вторую в нашей деревне.
Тут, дескать, сами они с этим не справятся, молодые еще. Вот они аж ее сюда отнесли. Соответственно, нужно сюда донести дерево и донести камень. Что для этого нам нужно сделать? Нам нужно взять наш телекинез, зажать опять же Ctrl, дождаться, пока камень подберется. И тут нужно очень кратко действовать. Во-первых, нужно посмотреть строго, чтобы никого рядом не было из наших вот этих подведомственных, потому что иначе у меня так получилось, что я своего убил. Просто кинул вроде в стройку, а получилось так, что она попала не в стройку, а в человека и, короче, отправилась на тот свет. Вот, соответственно, делаем еще раз. И опять же, чтобы зеленый круг получился, видите, тут он периодически пропадает, тут получаются вот такие вот нюансы. Так. Странно, дерево почему-то вот сейчас провафлилось. Вот почему я и говорю, что тут нужно быть аккуратным, потому что что-то как-то они... потому что... почему-то не всегда действует. Ну, еще раз попробуем, все равно задание нам нужно выполнить. Раз. Во! Теперь попало. То есть вот тут-то тоже меня немножко подбешивает, такое странное поведение. С этим именно навыком телекинез как-то он не очень удачно реализован. Мне просто банально он не нравится. В этой игре. То есть Black and White, допустим, он был гораздо интереснее, гораздо там больше было именно связанных с физическими деталями моментов. То есть можно было, допустим, человека какого-то взять там за шкирку, к себе поднести, там посмотреть. Точнее, не к себе, а, допустим, на спину монстра своего посадить. Там же был еще ручной этот свой зверек большой. Там что-то еще сделать, выкинуть просто человека из своего поселения. То есть там было, на мой взгляд, вот в этом плане гораздо более интересные моменты. Здесь же, ну, вели и вели. То есть, опять же, в тему, почему я вот считаю эту игрушку не самой подходящей. Именно с точки зрения набора геймплея. Хотя я, наверное, слишком много на эту игру ворчу. Сейчас скажете, ну, что-то вот это... Блин, еще даже не прошел мало части игры, а уже это ругаешься. Ну, может быть, на самом деле. В любом случае, у нас получилось так, что у нас дом достроен. По идее, эти ребята сейчас должны будут отправиться там тоже свои шпильвели делать. А тем временем мы достроили жальню. И, соответственно, жаль нам сообщает, что вообще тут было бы неплохо какого-то повара назначить. Ну, допустим, пусть это будет тоже А. Вот. И, соответственно, теперь этот товарищ должен нам готовить еду. И, соответственно, эта еда будет гораздо более лучше подходить для питания наших подведомственных. Не знаю, симсов, например, можно симсами назвать. Или юниверсичками. Юниверсички, блин, сложно выговорить. Вот, у нас теперь еще и рыбалка открылась. Вот, но рыбалка, я не помню, там что-то открывает в плане построек или нет. Может, какой-то... Да, вот лодочку открывает, например. Можно, допустим, сюда построить пирсик, где нас будут люди заниматься. Так, ну это они начали строить. Ну вот, соответственно, там еще откроется навык, который позволит построить алтарь. Там этот алтарь будет повышать скорость набора вот этих наших очков. Но у нас их тут сейчас навалом, поэтому можем, в принципе, немножко подсобить. Я же попал. Так, а ты чё? Испугалась, что ли? Что я камень выдернул? Не бойся. Кстати, черепашку можно взять? Так, закинул. Хорошо. Так, ну у них тут что-то с водой. Почему тебе воды не хватает? Стой. А, не, странновато. Странно. Ты, в принципе, можешь пробрить, конечно, наш колодец, потому что это может быть связано с тем, что у нас просто банально... А может далеко бегать? Не знаю. Почему-то здесь показано, что у нас типа воды не хватает. Хотя вода... Вот, колодец просто, может быть, носить некому пока что. Это, конечно, надо исправлять. Это нужно нам, ребятам, все-таки, наверное, сейчас тумбо-юмбо организовать. Вручную. Где там... Навыков, в принципе, есть довольно интересные. Я думаю, что можно... Вот, допустим, можно ускорить просто работу опленных наших товарищей. Так. Это же тех, наверное, А и Б. Love is in the air.
Да, это я правильно их свел. Вроде как разрывать пары здесь нельзя, дескать, если уж эти поженились, так сказать, начали жить вместе, то нужно тумбу-юбу им организовывать. В любом случае, давайте-ка, ребята, быстрей. О, эти, смотрите, эти, вот эти родители время не теряют совершенно. То есть у них там уже сколько будет сейчас, еще один ребенок. Эти как-то пока что молодняк еще не очень освоился. Сейчас вот он идет. Вот, у нас скоро вообще будет еще подрастут дети, то есть... Будут еще у нас рабочие места. Тут они пока что у нас А, кстати, темпл, вот они сами строят автоматом. Довольно полезная вещь. То есть темпл как раз нам повышает наши очки вот эти. У нас, в принципе, так уже много. Тут, посмотрите, у нас здесь можно что-то поджечь. Можно молнию пустить. Можно кого-то, кстати говоря... Тут, наверное, это, наверное, даже не подлечить, а скорее подремонтировать здание, судя по названию. Какие-то можно тут ураганы... Вот, кстати, можно попробовать всех развлечь. Не всех, наверное. Ну вот, они типа. Им стало типа гораздо веселей. Жить. Тут, кстати, видите, есть у каждого, помимо общих потребностей, еще такие вот вещи, как их возраст. Причем, видите, тут показывается нам, что вот он в начале жизни, а когда-то он умрет. Ну, все умрут. Вот, его мускулы, мускульную силу, его какие-то навыки. Переноски ресурсов, переносимость температур, его, соответственно, какие-то, даже не знаю, это... А, ну это его отличительная характеристика, это, допустим, тут можно еще посмотреть его в образование, можно даже вот арестовать, например, каких-то буянов, наверное, когда они появятся. Вот, вот тут у нас, получается, эти достраивают, тут у нас камушка не хватает. Давайте-ка я, наверное, камушек заброшу, потому что... Наверное, так будет быстрее банально. Да, забросил я, отлично. Им осталось только достроить. Строить им, конечно, самим придется. Итак, вот у нас, соответственно, видите, тут есть еще параметры, так сказать, нашего обожествления. То есть нас могут бояться, нас могут любить. Здесь есть, соответственно, зависящие от этого параметры, как у нас быстро восстанавливаются наши очки. Тут даже, видите, кого-то в жертву, что ли, приносить можно еще что-то из этого серии. Так, что-то у нас здесь... Ну, воду-то они пьют, вот только... Что-то как-то странно происходит. То есть, вообще, я, по-моему, смог до этого в легкую... А, может быть, кстати говоря, нужно вот этот навык даже... не навык, а технологию, когда произучается. Тогда можно будет, может быть, проапгрейдить. Потому что я помню, можно было вот эту самую яму с водой проапгрейдить. Кстати говоря, знаете, давайте попробуем провернуть финт ушами, где вот это обновление, и попробуем... Ага, да, видите, чинит здание. Очень даже удобно. Отлично, смотрите, у нас теперь есть... Да, можно кого-то, допустим, отправить рыбачить. Допустим, ты у нас пойдешь рыбачить. Вот. То есть у нас тут, кстати говоря, еще двое детей есть. Ну, ой, кстати, тоже пару сразу сделали, заделали. То есть у нас скоро еще будет, я думаю, что в ближайшем будущем плодиться и размножаться, новые люди появятся, соответственно, будем развиваться, будем ускорять процесс и прочее. В принципе, на самом деле, вот я так сейчас с вами сижу и играю, то есть я же как до этого наругал игру, дескать, все, то плохо, это плохо. На самом деле, сижу и играю, понимаю, что в принципе неплохо, на самом деле. У нас там опять шпили вилится. Кстати, вот это что обозначается? Что-то ей не нравится, да? Непонятно, что там ему не нравится. У нас тут, кстати говоря, 8 взрослых. Надо им придумать, мне кажется, какие-то... Ну да, вот они там шпилевили. Надо нам тут... О, новые места рабочие создавать. Но нет, кстати говоря, это не то. Как же интересно его апгрейдил. Вот они, кстати говоря, видите, уже начали еще одну тут где-то хату строить. Для проживания. Я даже не знаю, где они сейчас ее начнут строить. Но вроде как вот тут написано. Вот эти, видимо, может быть, ходят, потому что им типа нечем заняться. Поэтому они вот это дурака валяют.
Давайте-ка попробуем что-нибудь тогда построить. Резервуар. Я не знаю, что это такое, но это, видимо, для хранения воды. Пусть он тут построится. Так. Nugget Named the City Singapore. Они назвали город. То есть, типа, это они что ли новый город образовали? Или это... В смысле, они вот этот наш существующий уже обозвали? Типа, не совсем понятно, но я тут каких-то городов не вижу других. Здесь, видите, даже обозначений нет. В принципе, я так думаю, что... Хотя, не знаю. Кстати, видите, дорожки все-таки есть, но они такие, видите, протаптываемые. Дорожки отдалить, то видно, что здесь есть определенные, видимо, основные типовые места, где они ходят, и они, типа, в этих местах вытаптывают тропинки. Так, мы что-нибудь еще можем построить? Мы можем, кстати, построить инженеров. Кстати, да, полезная вещь, чтобы всякие там делал полезные вещи для нашего дальнейшего развития, тоже пусть будет. В принципе, пока что... Вот water pump. Типа это доставлять воду. Типа где-нибудь вот, да, вот тут, но... Давайте тоже построим, короче. У нас, в принципе, ресурсы здесь не сильно ограничены. То есть, конечно, возможно, камень у нас будет ресурсом исчерпываемым. То есть это, в принципе, логично будет, но... В принципе, это все будет потом. Давайте мы сейчас закинем... Так, телекинез мне нужно выбрать. Не в ту сторону. Вот. А это, кстати, не берется камень почему-то. Это другой камень. Ну, значит, куда-нибудь подальше отойти. Вон, тем более, что тут он валяется много. Видите, у нас тут, в принципе, пошел прогресс... Пошла движуха. Хотел я к инженеру забросить, ну ладно. Не проблема сделать и то. Очков у нас много, можно активно помогать пока что. Что там, аж 20 нужно. Ну да, они сами-то они замучаются. Так, тут нужно быть аккуратным, потому что я же говорю, тут можно вроде как себя убить случайно телекинезом. Отлично. So, you've uprooted a tree. Now what? Так, ну, деревья, наверное, сами будут вырастать. Так. Проходи мимо. Тут ничего не происходит. Тут всего лишь летающее дерево. Отлично, это мы закинули. Тут они сами достроят. Кстати, насколько какой-то квест опять получился. Нужно найти потерявшегося человека. О, как неожиданно. Видите, нам верят, что мы на самом деле существуем, наши наггеты. Их можно тогда так называть, наггетсы. Так, надо найти нам Шумбуху и вернуть его к родителям. Для этого... А что для этого нужно сделать? А у нас есть какой-то навык для поиска? Потому что я так-то... Ну, наверное, вот это не стоит, тем более, что у нас все равно заблокирован. Но тут нам, походу, придется, типа, может быть, как-то телекинезом искать. Ладно. Интересно. Тут, правда, темно, непонятно. Но это не добывает ресурсы, это не пропавший. А мне... О, вот он. Или нет? Нет, шуму. Это не то, это тоже взрослый. А как интересно искать? Искать это надо как-то специально или... Потому что у меня время идет до кучи. Стоп. Стоп. Это же можно мне... На паузу поставить и на паузе поискать человека. То есть тогда время не будет идти. Вот, а нам хуже не будет. Мне, конечно, интересно. Как, может быть, есть специальный какой-то инструмент для поиска, еще что-то, потому что это... Не дело. Но тут ничего, никаких подсказок нету.
То есть, сдается мне, что... Кстати, медведь ходит. Ты не видел мальчика? Медведь. Сдается мне, что я, конечно, скорее всего, не буду сейчас искать, потому что... Ну, случайно сейчас не наткнусь при облете, потому что это, конечно, долго банально. Я-то... Тут, кстати, на shift можно ускорение делать. Кто это? Лисичка. Интересно, как он далеко мог убежать? Потому что я только уже расширяю круг поиска. Кстати, тут какие-то на дне непонятные ж вещи находятся. Вот по идее он либо вот тут где-то в этом лесу, либо еще в каком-то лесу. Потому что, скорее всего, потому что просто на территории я его не вижу. А вот, но... Хотел бы, конечно, его найти, то есть я вот сейчас даже уже начинаю думать, может быть, все-таки тогда на этом запись прекратить. Ну, чисто по приколу. Я, на самом деле, не, еще раз говорю, вряд ли в эту игру буду долго играть, но чисто вот так вот немножко подзалипать. Тем более, что здесь, еще раз говорю, есть же еще более продвинутые эпохи. То есть здесь не только каменный век, но это все... Так, это лисица, я уж обрадовался, что нашел. Но это все когда еще будет, это надо развиваться и развиваться до этого. Пока что же, в принципе, здесь у нас ничего не находится. Может быть, все-таки есть какая-то помощь. А, вот, кстати, смотрите-ка. Мы можем открыть список. Но это у нас здесь открывается взрослый, да? Да, это не то. То есть, а так, чтобы открыть. То есть, есть, кстати говоря, тут и более удобное меню для действий. То есть, можно вот такие, через вот такие действия, кстати говоря. Это гораздо удобнее, чем вот то упадающее меню, кстати говоря. Вот, но тут у нас, видите, видно, что действий подходящих у нас нет. Вот, ну, наверное, тогда нужно закругляться, потому что, в принципе, я хочу выполнить, попытаться, по крайней мере, выполнить этот квест, но для того, чтобы мне это сделать, нужно, соответственно, уже ставить на паузу, потому что иначе просто, точнее, не на паузу, а действительно вот разбираться в этой игре, пытаться понять, как и что, иначе просто банально... Я сейчас буду заниматься не тем, что хотелось бы вам получить. То есть, ну, вы просто будете сейчас скучать, пока я всякой ерундистикой занимаюсь. Поэтому надо, наверное, уже на этом закругляться. Игрушку я вам показал. Еще раз говорю, игрушка специфичная. Игрушка не самая лучшая. То есть, здесь много вещей недоработано. По крайней мере, пока что, еще раз говорю, это ранний доступ. Вот. Но при этом все-таки есть здесь интересные вещи, за которые можно зацепиться. По крайней мере, я зацепился. То есть вот второй подход, заход в эту игру, он оказался более удачным. То есть первый меня как-то совсем она не впечатлила. Сейчас как-то, ну, как-то немножко подувлекся в этой игре. А так, в принципе, что я могу сказать? Больше инди надо. То есть вот такие игры пусть выходят, пусть будут, пусть продаются, пусть зарабатывают разработчики, пусть, соответственно, развиваются. Потому что реально... Вот это хотя бы хоть как-то вносит хоть какое-то разнообразие в игровой процесс. Ну, а с вами был Ванок. Запнулся, блин, думал, что я сказал, ну, какой игровой процесс? В смысле, в совокупность игр, вот что хотел сказать. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи!